Человек, влюбленный в Каспийск. Именно так можно назвать героя нашего следующего сюжета. Магомед Кадзи Курбанмагомедов не пожалел ни сил, ни времени, ни средств для того, чтобы благоустроить целую улицу. Благодаря ему в городе теперь есть целая березовая аллея. Продолжение темы Патимат Ханапова. Около 7 лет назад здесь были одни кустарники, и место было заброшено. И вот, благодаря трудолюбию и настойчивости местного жителя, здесь растут около 100 этих стройных берез и прекрасные розы. Эта аллея заняла достойное место на одной из центральных улиц Каспийска. Теперь здесь, на Халилово, прекрасная прогулочная зона. Все благодаря местному жителю. Магомед Кади Курбанмагомедов сам на свои же средства высадил и выходил эти зеленые насаждения. Видишь, как сейчас осень идет, тоже как красиво смотрится. И весной, когда уже все цветет, тоже она очень красиво смотрится. Один из уголков в городе, где можно дыша свободно ходит. Я, честно говоря, завидую этому человеку, что он это смог сделать. Одно посаженное дерево на земле – это одно посаженное дерево, скажем, в раю. В этом жилом районе Магомед Кади знает практически каждый. Местные жители восхищаются его трудолюбием, бережным отношением к природе и любви к родному городу. Сам мужчина немногословен и на вопрос, как ему в голову пришла такая идея, скромно отвечает. Средство и время дано нам Всевышним для испытания, как мы ими распорядимся. Поэтому, как мы знаем, средства мы с собой не забираем в конце нашей жизни, а то, что превращено в добрые, богоугодные дела, те средства, да, только так можем мы с собой забрать. Длина аллеи около 300 метров. Саженцы для всей этой территории Магомед Кади привозил из Нальчика, где находится крупный питомник растений. Горожане все еще помнят, как он чистил территорию от сорняков и высаживал туда только привезенные маленькие березовые деревца. Высаживал деревья, вот такие маленькие еще были, вот как эти кустарники, розы. Сейчас выросли, лет 8 уже, наверное, им. Эти подросли, он вторично посадил второй ряд. Эти уже подрастают. Ну, конечно, приятно. Кто проходит здесь, всем радостно. Все смотрят красиво, снимают все. Мы тоже радуемся таким соседям хорошим. Дай Бог ему здоровья. Помните, как она выглядела до того, как вот высадили деревья? Скажите. Конечно, я когда в другом месте жил, я чисто так подъехал в это место. Смотрю, здесь такие маленькие деревья были вообще. Это было в 15-м году. Заметное время тоже прошло, и уже видите, какие большие деревья стали. Не поленился человек. Смотрю с окошки все время. Мухаммед Кади ходит здесь, вот этот ухаживает, поливает. Вот эти розы, когда я видел, что розы еще тут посажены, я, конечно, был удивлен. Стоит отметить, что это не первая работа Магомед Кади. Начинал он еще с благоустройства своего двора. А сейчас здесь уже шелестят большие, сильные деревья. Может, вам есть что сказать? К людям обратитесь. В первую очередь для города это чистота, порядок, чтобы люди соблюдали. И хотя бы каждый человек, если по одному дереву посадил бы, в местах своего проживания, это было бы, конечно, очень красиво. Эта история – хороший пример того, как важно и можно начать с себя, как делом, без единого слова, преподать хороший пример для окружающих. Теперь дело осталось за каспичанами – ценить и беречь этот прекрасный уголок, а по возможности и расширять его. Патимат Ханапова, Муса Салгиреев, новости ННТ, Каспийск.